Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня я расскажу вам, куда я использую зелень, которую я, когда продергиваю в теплице, убираю лишнюю. В марте я снимала видео, как я сею раннюю зелень в холодной теплице. Это была салат, капуста пекинская, брокколи. Я делала загущенный посев и сказала, что его можно потом проредить. Вот сейчас они у меня выросли, я их прореживаю. Но растения, которые лишние, я не выкидываю, а рассаживаю по всему огороду. Вот у меня пекинская капуста. Рассада уже хорошая. Вот, видите, у меня грядки. Тут еще почти ничего нет, лук только вылазит. И я по дорожкам всю эту маленькую капустку, но она уже не маленькая, у нее уже 4 листа, делаю небольшие луночки, добавляю перегноя и рассаживаю мою пекинку. Потому что пока лук немножко проснется, пока вылезет. У пекинской капусты очень короткий срок созревания. Она уже вырастет, и я ее поем. Вот это я садила несколько дней назад. Она уже все прижилась, переболела. А вот я пришла подсаживать сегодня прореженные всходы. Конечно, это не очень удобно, что на дорожках ее могут затоптать. Но так как я в огороде нахожусь одна, у меня муж никогда не заходит, даже не знает, где что здесь растет. Поэтому я не боюсь, я хожу аккуратно. Вот все эти дорожки, которые... Вот здесь у меня будет хоста, но будет она еще не скоро. Поэтому дорожку можно занять. Вот я... Я напрореживала, и вот все эти, которые я выемку сделала при прореживании, я все их посажу. У меня ничего не выбрасывается. Видите, луночки так? Луночки идут, там капустки. Также я делаю салат. Салат высаживают там вот по кромочкам везде, вдоль теплиц, вдоль дорожек, даже вдоль грядок. Это очень удобно, потому что рассада уже взрослая, сейчас наступает тепло, и вас пекинская капуста порадует уже буквально через 2 недели своими первыми плодами, нежными кочанами для салата. До свидания, надеюсь, вот это моя небольшая как хитрость. А, так, кстати, я также высаживаю брокколи, первую самую раннюю. Она успевает, как только у нее завяжется кочанок первый, я выдергиваю ее, а потом здесь у меня растет лук и все на свете. Вот, все. До свидания. Выращивайте раннюю зелень. Это очень вкусно и полезно.